Вот и настал день. Именно сегодня я наконец-то отправлюсь в шахту. Надеюсь, я сегодня смогу добыть кирку, расчистить себе там гараж и наконец-то поместить машину в гараж. Опять зомби набежали. Так, мне кажется, лучше машину загнать вот сюда, во двор, а то вдруг ее там кто-то стыбзит. Спасибо, господи, то, что на меня ночью никто не напал. Это реально большой плюс. Ой, ладно, нужно это быстренько все расчистить, загнать машину вот сюда внутрь. И, в принципе, буду надеяться, что ее никто не украдет. Так, у меня есть патроны. У меня опять на Глоке нету патронов. И, в принципе, на снайперке у меня 2 патрона. Я, наверное, даже не буду их использовать. Лучше все же я сохраню, а то вдруг опять какие-то снайперы на крышах появятся. И все, у меня даже не будет оружия, чтобы отбиваться. Ладно. Нужно надеяться, что сегодня все пройдет гладко. И учитывая то, что за ночь набежали сюда опять несколько зомби, может, они меня не заметят. Там еще внутри один был. Нужно что-то сделать потом будет с этим мотоциклом. Он действительно очень крутой. Может, я смогу еще... Так. Я слышу, нет. Может, я потом еще смогу найти где-то бензина, заправить его и также домой его отогнать. Это будет реально идеально просто. Так. Ой, что-то у меня прям руки трясутся. Даже не знаю. Ой. Твою мать, как ты меня заметил оттуда? Так, главное не шуметь. Я хочу, чтобы сегодня все прошло тихо. Чтобы все сегодня прошло тихо. Так, ладно. Что там есть? Во-первых, мне нужна кирка. Во-вторых, я не знаю, стоит ли мне вообще отправляться в ту лабораторию, про которую я прочитал в этой записке. Даже не знаю. Ни хрена себе. Это, кстати... Твою... Это еще, кстати, вот там... Да охренеть, да уйдите вы! Уйдите вы нахрен! Это еще что такое? Это завал какой-то? Да что ты... Твою мать! Твою... Так, еще один зомби. Еще... Он меня видит? Мне кажется, ему все равно сейчас, да? Ему сейчас, в принципе, все равно. Пускай Хотя нет, потом вдруг отсюда вылезет и со спины на меня нападет. Что там нахрен такое? Что там внутри? Это, наверное, проход в секретную лабораторию. Только как я туда пройду, если тут все обрушилось, если тут просто один сплошной завал? Так, это что тут? Твою мать, там еще один зомби. Твою мать! Охренеть! Еще! Да сколько вас тут нахрен? Ой, твою нафиг! Что это шумит? Что это нахрен вообще за место? Так, это что тут? Еда. Это, походу, какая-то была шахтерская столовка или что это такое вообще? Офигеть, так как... Да, тут реально была какая-то столовка, а тут они, походу... Да, ванну принимали. Я вижу, как они тут ванну принимали. Офигеть просто. Так, ну, я надеюсь, что эта еда еще не испортившаяся. Я смогу ее себе забрать и похавать. Кстати, а вот это что такое? Так, я вижу тут еще одного зомби. Так, тут пока... Твою мать! Охренеть! Я реально просто инфаркт вот так один раз схвачу и все. Даже в зомби-апокалипсисе есть минутка юмора. Ну ладно, не буду отвлекаться. Охренеть, это что? Они, походу, вот так тут перевозили свои ресурсы. Только тут везде завалы. Тут просто везде завалы. Ой, ладно. Так, а самое главное, что я забыл посмотреть? Как мне пробраться дальше? Как мне через этот завал пройти? В принципе, я 100% не смогу тут вообще никак пройти. Я вообще тут не смогу никак пройти. Мне нужно как-то расчистить вот этот завал. И, возможно, даже если там какая-то глубокая шахта, и если вот даже вот такая прямая дорога, то я смогу туда проехать на машине. И, в принципе, узнаю, что там за секретная лаборатория какая-то. Только как мне расчистить вот этот завал нафиг? Может, с помощью С4, только у меня С4 сейчас вообще нету. Мне нужно будет куда-то отправляться, искать С4, возвращаться сюда и опять взрывать вот это все. Это точно не вариант. Если это шахта, то, в принципе, они как-то же ее прорабатывали. То есть тут должно быть где-то полно динамита. А если я смогу его найти... Нет, это не динамит, это точно не динамит. А это случайно не ТНТ на начале? Да, это ТНТ. Это ТНТ. Если я смогу передвинуть вот эти вагонетки вот сюда к завалу, вот эти вагонетки убрать,
это все убрать. Вот так. Вот. И передвинуть сюда вот те вагонятки CNT. То они 100% смогут взорвать вот этот завал. Только, как я вижу, тут не хватает рельс. Не хватает рельс. И тут нужны специальные рельсы, чтобы активировать вот ту вагонетку CNT. А может, как раз вот тут, на вот этой станции, в этом метро, или что вообще это такое? Может, тут действительно что-то было, просто я не заметил? Так, тут ничего, 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 ничего. Действительно нужно поискать, может, тут что-то будет. Так, железо. Железо и рельсы. В принципе, это не те рельсы, то, что мне нужно. Но я там видел то, что даже обычных рельсов вроде немного не хватает. Поэтому даже вот эти мне пригодятся. Ёшкин кот. Ой, какое же тут везде неприятное... О, Так, это динамит. Это, походу, использованный динамит. Я не смогу его забрать 100%. О, да! Это, кстати, вот то, что мне нужно было. Рельсы, которые активируют вагонетку CNT. Это то, что мне нужно было. Кстати, да ну нафиг. Да ну, еще C4. Так. Только у меня активатор, у меня пульт для C4 находится дома. Я не смогу сейчас взорвать. А зачем мне тратить C4, если я действительно смогу использовать этот TNT, который находится в самой этой шахте? А вот этот C4 я сохраню на лучшие дни. Может, это мне, в принципе, еще когда-то пригодится. Так, тут больше ничего нету. Тут что есть? Дерево? В принципе, нужно облутать вот это все, потому что как... А, так, кстати... То, что мне нужно. В принципе, я смогу сейчас немного еще факелов сделать и осветить тут все вокруг. Это реально то, что мне нужно. Действительно, полезное место... Так, еще уголь. Не знаю, зачем мне уголь еще пригодится, разве что только для факелов. Потому что дома у меня микроволновка, зачем мне в печке что-то делать? Ну, в принципе, нужно все тут посмотреть. Ну, о, еще C4! Офигеть просто, еще дерево. Тут все полезно, тут все нафиг полезно. Так, тут еще один. Там вот, там я все вроде смотрел. Ох, ты же, нужно все посмотреть, может, тут действительно будет... О, еще рельс, не зря эта шахта, не зря тут... Охренеть. Я просто пугаюсь, прям, все, что вижу, нафиг, пугаюсь. Так, иди сюда. Не зря эта шахта, не зря тут шахтеры работали, не зря тут столько полезных ресурсов. Охренеть, Почему я сюда раньше не пришел, нафиг? Офигеть, вот это действительно полезно. Если я действительно дальше смогу пройти по той дороге, то там может действительно быть что-то полезное. Если я найду вот ту секретную лабораторию, то я даже не знаю, что мне там ожидать. Но кирку я так и нашел. Пожалуйста, может, тут действительно еще будет где-то кирка, может, кто-то тут запрятал. Нет, кирку мне нужно, потому что, в принципе, я сюда пришел то... А, там еще что-то. Сюда я пришел только из-за кирки. Тут что? Опять рельсы. Мне столько рельс, в принципе, вообще не нужно. Ой, ладно. Тут больше ничего нету. Нужно идти взрывать вот этот завал. И, в принципе, я еще сейчас там посмотрю, что такое. Фу. Еще два зомби, и, в принципе, все будет спокойно. Если я правильно понял. Ой, ладно, в принципе, еще нужно пойти туда и посмотреть, что там такое. Может, там действительно будет еще что-то полезное. На, паскуда. Ай, перезарядка! Так, это еще кто такой? Твою мать! Охренеть, похоже, какой-то свежий трупак. Его недавно тут убили. Как он вообще сюда забрался? Ну ладно, пускай валяется тут. Тут еще что-то. Помоги мне! Охренеть! Вы живы? Охренеть! Как я могу вам помочь? Аптечка! Нет! Не работает! Забери, оставь себе. Она поможет тебе больше, чем мне. Мне уже не поможет ничего. В смысле ничего? Что я могу для вас сделать? Уже мне ничего не поможет. Но пока ты не прошел дальше в шахту, я хочу тебя предупредить. Парень, ни в коем случае не спускайся туда. Там происходят чудовищные вещи. В смысле, не спускаться? Можете, как-то все же смогу вам помочь. Вставайте, пожалуйста, нет. Вставайте. Парень, убирайся, уходи отсюда.
Твою мать, короче, выметайся отсюда нахрен! Твою мать, что это вообще доктор имел? А, еще и пауки, нахрен, я думаю, что тут так много паутины? Ай, что этот доктор вообще имел в виду? Какие нахрен чудовищные вещи? Может, эта шахта, может, вообще эта секретная база, не знаю, секретная лаборатория, может, это моя единственная надежда, спасение, может, я смогу узнать, что вообще нахрен произошло с этим миром? Ой, что-то, я не знаю, я просто не смогу узнать, что там творится, пока сам туда не пойду и сам не увижу. Твою мать, у меня аж мурашки по коже от этих слов вот этого доктора, ученого. Может, это его книга? Может, это его страницы, которую он писал? Я не знаю, что делать, но все же завал нужно взорвать 100%. Может, действительно там будет единственный ключ к разгадке. Может, именно вот этой лаборатории я смогу узнать... А может, там вообще есть выжившие? Может... Может, в этом предсмертном состоянии вот этот доктор вообще бредил? Его же там 100% зомби покусали. Он весь в крови был, даже аптечка ему не смогла помочь. О, боже, боже, я даже не знаю, что мне делать. Мне реально сейчас то ли инфаркт случится, то ли просто сердце остановится. Я, походу, перенервничал. Нужно реально прислушаться к словам вот этого безумного доктора. Но это реально моя последняя надежда, то, что я смогу там что-то хотя бы найти. Поэтому все же сегодняшний план нужно осуществить. Я надеюсь, то, что мой план сработает. Все сработает. Ой, буду надеяться на лучшее. Другого плана у меня нету. Я сюда пришел за киркой. Сейчас моя главная цель — это найти вот эту лабораторию. Надеюсь, то, что я смогу расчистить вот этот завал. И смогу пробраться туда. Если не на машине, то хотя бы пешком. Ну, с Богом. Давай, 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 тебя толкать. Я не могу близко подходить. Я просто сам взорвусь. Давай, давай, вагонеточка любимая. Давай, давай, давай. Если я туда подойду, то я сам взорвусь. Ладно. Толкнусь, сразу бегу. Толкнусь, сразу убегу.